Это наши размышления о 73 годах этой чертовой власти. Опа. Отпусти еще дедушку, товарищ сержант. Это... Кто такой? Ребята, я исполняю свои служебные обязанности. У нас за попрошайничество и за бродяжничество должны наказываться люди даже уголовной ответственности. Это человек без определенного места жительства. Если у него одна подписка, вторая, третья подписка, он должен привлекаться к уголовной ответственности, товарищи. Поэтому мы свою работу знаем, и мы очищаем город от таких товарищей, понимаете? За бродяжничество, за попрошайничество в общественном месте, он должен наказываться, понимаете, ребята? Это самое, не положено, это как, позорит наш советский строй, понимаете? Непобедимая победа за дверью стонет и горит. Пустите, братцы, пообедать. 100 лет не ела, все болит. Я так устала от нескончаемых боев. За пайку хлеба, ломтик сала, я полюблю вас. Thank you.
обеда скромно зевая, тра-ля-ля, домой. А мы остались убежденно победу праздновать чем-то.